я днесь видишь все языцы во граде Давидове, егда дух снизе святый во огненных языцах, яко же Богу глаголил и Лука повествует, глаголит Бог собранным учеником Христовым, бывшим яко же носимым дыханию бурну, и исполни дом, и где же бяку сидяще, и все на чаша глаголати, странными глаголы, странными учения, странными повеления Святые Троицы. С вами передача «Лаврские встречи», я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях коллектив, мужской хор византийского пения Пахоми Логофет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, я лично, мне редко приходится эти песнопения слушать. И каждый раз они производят на меня впечатление. Но я как музыкант, мне интересно, как может русский человек уловить интонации. Я слышу разные так, восточные эти мелизмы, подъезды. Вот. Есть ли вот в русском человеке вот этот потенциал вот этого воспроизведения, да, наверное, как-то? Да, пусть. Есть, да. Потому что это культура Востока, да, она ближе же к Востоку. И слушается. И, конечно, необычно все, но есть такие моменты. Я же знаю, что там бывают там какие-то четвертона. Да, да. Как в это все войти? Я вот вы поете, я думаю, смог я бы так спеть. У нас все более грубо, у нас там диатоника, там, какие-то лады еще такие. А вот как вот этот восточный лад войти, как войти в эту воду? Надо как-то. И можешь ли после нее сможешь ли ты что-нибудь другое спеть? Вот в чем вопрос. Я только византийскую музыку пою и все. И когда я пел, еще начинал только, наверное, первый год я мог переключиться. Сейчас у меня совсем не получается. Я иногда для шутки пытаюсь что-то спеть григорианское какое-то пение. Просто интересные у них там мелодии, и у меня вообще не получается. Детскую песню. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Это что, будет... можно в такой манере исполнить? Не, оно будет проще, но оно будет просто естественно. Смысл византийской музыки не восточный стиль какой-то, а просто естественный стиль. Естественный стиль человеческого пения, то есть, чтобы человек был в нем, его воспроизведении. Человек же прямо поет, зачем ему эти мелизмы, украшения, зачем ему это украшать? Можно и без мелизмов и украшений. Византийская музыка просто она... Как их выучить? Они записаны, да, все? Вот что это за ноты у вас лежат? Что нотация такая? Просто... Это как называется? Можно сказать невмы, но это... Невмы? Да, но это переводится как ноты. Так же. Просто ноты. Каждая нота значит, куда мелодия пойдет, вверх или вниз. Дальше у нее есть дополнительные знаки изредка в виде уже ритмических знаков. Ускорить в два раза или замедлить в два раза. Но это все равно будет костяк мелодии. Да, это самый скелет мелодический. Остальное все по традиции. Да, но есть и древняя традиция, которая знает учителя и ученика. И он тебе рассказывает, показывает точнее, он тебе показывает, как спеть такое, как здесь украсить, как здесь еще украсить, или второй вариант украшения, или сколько здесь, а как не надо украсить. Я знаю одну монахиню, которая сама придумала себе нотацию, такую
изображение нот, она точечками пишет и что-то поясняет, куда и куда чего. Сама вот. Ну, это, может быть, простые люди и проще, но для нас, которые уже знают пять нотных линеек, это высшая математика получается. То есть люди ушли как бы в более сложные, как бы, а ушли от простоты. От этого, ушли, да? От простоты, да. Вот я с этим монахом разговаривал, который мне показывал пение. Вот. И когда я его послушал, я понял, что ну, я очень внимательно слушал. Мы как бы мы сели друг напротив друга. И я понял, что вот это песнопение, оно как бы движение души, изображает движение человеческой души во время молитвы. Как бы. Ну, вот у меня такое было ощущение. Что это не просто мелодия какая-то там и текст, а это как движение души. Она то вверх взлетает, то она падает, то она как-то длится. В общем, ну это необычное состояние. Если послушать древнерусское пение, да. То на самом деле там тоже очень много украшений различных, да. И ладовых тоже гораздо более сложных воспроизведений, mm-hmm. чем нынешнее пение. Да. Это как раз то, о чем вы говорите. Да, да, да. Люди это по традиции запоминали, учились там сын от отца, внук от деда. Mm-hmm. Вот. А это похоже, что-то есть, как если сравнивать? На самом деле, я недавно пришел к тому, я вот слушал, как девочки фольклорный хор один репетировали угу. русскую песню. И я вдруг понял, что они поют твердую хроматику, то, что мы называем самым таким вот восточным ладом, там. Угу. Они поют русскую народную песню в этом ладу твердой хроматики. Я ее раньше слышал, но никогда не догадывался, что они используют вот эту твердую хроматику, то, что мы привыкли считать чисто восточным ладом. Mm-hmm. И до меня дошло, что на самом деле в древней русской, и не только русской, да, в славянской и вообще у древних народов музыкальная культура была гораздо богаче, чем то, что мы сейчас привыкли уже вот определенный западный современный штамп такой. Ладова, она была раньше богаче гораздо. И византийская музыка, она просто показывает нам древнее богатство музыкальное, которое было и у нас раньше, но утрачено. Ну, мы еще хотели поговорить, спасибо, о значении, да, византийской вот, культуры, музыки. Мы же на самом деле перенимали, да, Россия, ну, русские люди перенимали вот это византийское песнопение, и иконопись. Кстати, вот икона появилась у нас, да, мы принесли с собой. Тоже, чтобы быть как в одном ключе, это все было. Это целый пласт культуры. Он имеет же большое значение, да, для русского человека. Да, конечно. В первую очередь для церкви. У нас в церкви все, что мы имеем, это все предано нам от отцов. И иконография, и музыка. В том числе и литературный корпус, и богослужебный корпус, который входит в этот литературный. И как-то люди, все мы понимаем и всегда как будто понимали, как, например, иконография, что вот это церковное изображение, а это картина. Мы это прекрасно разграничиваем у себя в голове. А про музыку не знаю почему, но, видимо, и с таким не оскудением, а чуть на задний план уходит народное творчество. Это то, что его делает самоидентичным. Один из греческих вот, философов, я не помню его имени, он сказал, народ теряет себя, когда перестает петь. Он имел в виду не просто петь в консерватории или петь в детском садике, а он имел в виду петь так, как он хочет. А когда он поет как хочет, он поет свои народные мелодии. И византийская музыка – это культура людей, точнее, культура
Да, культура людей, и люди создали византийскую музыку. Там, где была, где развивалась церковь в Римской империи, это была вся средиземноморская территория, как бы колыбель нашей цивилизации. И они ее питали своими... Они ее питали своей молитвой, своими делами добрыми, и от этого появлялась музыка, она становилась еще красивее и красивее, потому что церковь ее растила. И все, не все, но большинство святых отцов, которые писали тексты, которые мы сейчас поем у нас в церкви, они не только тексты писали, они писали и мелодии к ним, потому что в то время не предполагалось, если ты пишешь стих, стихи пишешь, и не пишешь к ним мелодии, это было очень странно. И, например, ну, среди таких святых отцов есть святой Иоанн Кукузель, святой Иоанн Дамаскин, Козма Маюмский. Их ученики, мы знаем, у нас в книгах просто не нотных, а книги о византийской музыке, там написаны имена всех их учеников. Можно проследить родословную от ученика до учителя вплоть до сегодняшнего времени, кто у кого учился, и дойти до каких-то святых отцов. И мы поем... Ну вот, святой Кукузель жил в 14 или 13 веке, по разным оценкам. А святой Иоанн Дамаскин жил там в 8 или в 9 веке. Мы поем до сих пор их мелодии, которые они сами написали. По крайней мере, они надписаны так. Но это уже... Ну вот, про Дамаскина мы не уверены, что это он. Это могли быть его ученики или одна фамилия, одна... Как это, Дамаскин, это его прозвище, что он из Дамаска. Такой же Иоанн из Дамаска мог написать. А про Кукузеля мы уверены на 100%, что мы поем его песнопение. И мы поем их на литургии, то есть прямо связываемся с ними сквозь время. Но это совсем не важно в византийской музыке. Важно, что она... что это и есть наш церковный обиход, что весь мир, весь православный мир поет по-византийски, и в Корее даже, и в Японии. Это кроме средиземноморских людей, арабов, греков, там, ну, вот греческий мир весь православный. Поют еще и в Европе, и в Англии, и в Америке, и во Франции, и в Италии, и японцы, и корейцы, и французы, да. Это то, что это те люди, которых я слышал, как они поют на своем языке по-византийски. То есть вся православная церковь поет, потому что они знают, что это наше... Это наш такой культурный багаж церковный, который мы не можем выкинуть, потому что это сделали святые отцы. Можно еще что-то исполнить? Да. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше попели. Вот. Но интересно тоже. Сначала. Oh.
и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. От всякие скверны и спаси блаже души наша. Спасибо, Господи. Вы знаете, меня зацепило вот это... фраза про народ, который не поет то, что он хочет, и может погибнуть народ от этого. Вот. Сейчас с нашим народом не происходит такое, которое заставляет петь разные песни эстрадные, навязывает ему другую культуру. Таким образом, корни подрезаются, да, и народ он теряет как бы ориентиры свои. И может быть, вот эта музыка византийская, да, она возвращает действительно, вот, это как альтернатива, вот то, что происходит на современной эстраде, то, чем нас забивают. Угу. Как бы, если у вас были такие мысли, вот, размышления? Я думаю, что, к сожалению, наша музыкальная культура, наша родная, она да. потеряна. Потеряна. Да. Потеряно, ну, кто-то скажет, вот же есть там в Сибири поют песни или там на Камчатке поют песни. Но в столице никто не поет песни. Столица – это наш показатель. И, ну, надо признать это, что наша, да, наша родная культура, наша родная музыка потеряно, а те исключения лишь подтверждают правила. И, ну, она разорвана. А если кто-то там одевает кокошник, сарафан с красным частоколом, то они просто занимаются реконструкцией. А, ну, это мертвое. И да, это к сожалению. Да, если бы так не сразу было. Сразу вопрос, да? Что делать? Тут возникает, что, как нам ага. дальше жить? Если мы сейчас ну, не будем возвращаться, не знаю, куда мы? Это не возвращение, это приобретение. Византийская музыка и древняя музыка – это ведь не синонимы. Византийская музыка, она и современная, и музыка будущего, и музыка древности. То есть она всегда. Она как дошла до нас по традиции. Как и церковь. Если мы же не говорим, что мы утеряли церковную традицию, потому что апостолы там служили по-другому. Мы тоже говорим... Как вот, итальянское вот это красивое пение, оно вытесняло. Ну. Да, потеряли музыку, а литургия одна и та же всегда. И Христос один и тот же. И, да. Но музыка – это же не Бог, и она может теряться. И раз мы утеряли, значит, нам нужно взять опять из источника. Да. И вот. Если мы там взяли в источники, расплескали все, надо взять опять. То есть еще не все потеряно. Нет, совсем не потеряно. А смотри, вопрос в том, мне кажется, батюшка задает вопрос в таком ключе, что это церковные песни, да? А есть еще народные песни, которые народ пел помимо церкви, и это тоже придавало жизнь. А
Ну, люди не будут, да, всегда петь византийские песнопения. Даже если в церкви вдруг мы встанем петь византийские песнопения, то как бы с повседневными песнопениями, какими-то свадебными, там, похоронными и так далее, то есть народными песнопениями, как людям жить, что им петь? А кто на свадьбах поет народные песни? Никто не поет. Вот у нас один человек в хоре женился, и... Наши ребята из хора были у него на свадьбе, конечно, он пригласил, и все сказали, что никогда не были на такой свадьбе, такой интересной, а всего лишь были русские песни, но самое забавное, что это выглядело креативно. То есть это не выглядело лубочно. Вот это очень важно. Да, это... Мы хорошо подготовились к этому. Не то, что хорошо подготовились, а просто люди этим живут. Вот. И мы тоже не выглядим эклектично. И мы просто этим живем. И... Да, хотя... у меня был такой опыт. Да. Я один раз служил венчание, и ребята венчающиеся пригласили своих каких-то друзей, а у них это было... Пришли люди в кокошниках, в сарафанах, стали петь, ну, такое знаменное пение, но чувствовалось, что у них вот реконструкция, там какой-то мужчина в лаптях был там, ну... Мне, честно, было... Я очень люблю, я сам занимался знаменным пением, вот византийское пение сейчас изучаю, люблю древнюю культуру там. Всё. Но мне было тяжело и неуютно. Потом мы пошли на свадьбу, они там какие-то говорили, вот стихи там все. Но чувствовалась неестественность. То есть понимаешь, что эти люди сейчас снимут свои вот эти кокошники, оденут... Притянуто просто все. Да, как-то за уши. А когда ты понимаешь, что люди вот этим живут, и это не что-то древнее, которое вот они сейчас там достали из чемодана, пыль сдули и начали петь, а это вот современное, это пришло по традиции, этим люди живут. Мне рассказывали, что есть до сих пор деревни, где не то, что какие-то старые бабушки поют, а молодые люди поют песни, которые им просто достались по традиции, они их знают и поют. Хотелось бы побывать в такой деревне. У нас передача быстро бежит. Хотелось бы поговорить о вашем диске. Вот, но сейчас перед этим исполните, пожалуйста, вот еще у нас одно в запасе песнопение. Нет. Языцы иногда размешаются дерзости ради.
Спаси Господи. Ну, а теперь о диске. Вы говорили, что у вас намечается выход вашего диска. Может быть, кому-то из наших зрителей будет это интересно его приобрести. Когда он выйдет? Угу. Что туда вложено? Как работа проходила? Вложены колоссальные труды, и они продолжаются до сих пор. И выйдет диск в июне. Тема диска «Служба Пятидесятницы». Наверное, получится в этот временной период выпустить диск. Его уникальность в том, что собрались все представители, ну вот к нам на запись приехали все представители из России, разных мест, где поют по-византийски, из школы Псалтика в Москве, из один человек приехал, который на Афоне учился петь в Отопецкой академии. Приехали из монастыря в Твери, где тоже поют по-византийски. И мы все вместе записали диск. Это его уникальность, первая. Вторая, конечно, уникальность о византийской музыке, что она звучит на нашем родном языке, русском. Вот. Ну и... Да, это наш первый диск. Это, собственно, маркер того, вот сколько мы лет работали, чтобы сделать. А идея как бы не то, что она назревала, а вот было понятно, что рано или поздно придется, потому что люди подходили практически, ну, постоянно. А где вас можно услышать, если у вас какой-то диск там... Приходилось говорить, ну, знаете, на Ютубе введите там такое. Но это несерьезно. Ну, передача у нас заканчивается. Большое вам спасибо. Прям меня это очень вдохновило, окрылило. Я очень рад, благодарю Бога, что он меня на эту передачу поставил. Не надо никуда ходить практически. Я прихожу и слышу, вот, и меня это вдохновляет. И радуюсь вместе с вами. Тем более сейчас пасхальные дни. Вот. Дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях был мужской византийский хор Пахоми Логофет, руководитель хора Серафим Астахов и протоиерей Дионисий Астахов. Спасибо. Божья вам помощи. Да. За встречу. Я думаю, что мы еще встретимся. Тема, такая, можно сказать, неисчерпаемая.